Спасите. Я под этим деревом. Спасибо. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Чё ж она ливала ссылка 25? Чё ему надо было? Или просто отошел? 25 гей. Что? Он крик не дает, пока не заходит. Понял. Кирилл ему ГП накинул, тут пишет, мы с ними ГП пидоры или что-то такое. Вы чего? Вы, наверное, с анитами путаете. Ценить командира будет. Бить командира все, не бить строишь. Ну, у кого-нибудь напишите ВКонтакте, чтобы выходили в РС. Гимна мама, спойте пока. Блин, чего вы бафа не даете? Тут по убою бьем без бафа, без лапы, без приста бафа. Это увеличивает ДПС. Просто дайте баф. А сейчас надо реги купить. Это сколько? Два приста есть. Привет, что за рейд у вас? Лимошка, в какой гильдии сидишь? Дарксарс. Какой? Дарксарс. Ты так подозрительно заходишь, спрашиваешь и уходишь. Почему? Почему я не ухожу? У нас так обычно делают люди, которые сидят в гильдии и заходят к нам только, когда в них нет ничего. На Орде у меня больше нет персов в других гильдиях, если ты про это. Ты хотел узнать, да? А не, Лимошка, просто чё, прикол, ты зашел когда-то неделю назад на РС собирали, зашел, есть рейды, спросил, нам же, ну, надо был танк. Ты сразу офнулся, короче, не подождал даже. Мы не собрали рейды. Да нет, я там в РК зашел, говорят, фу, ну я посидел 10 минут вроде и потом ушел просто.
Короче, не получилось. Ты тоже пойдешь? Здесь, ну, посидишь и уйдешь, да? Говорю, если место есть, что до 11 посижу, подожду. Ну, а еще одна РС будет. Ну, сходим, я... Если будет, сходим. Нет, ты спрашивал на победном трае тогда. Зашел на последний трай, то есть мы убили, и тебя уже не было. Хотя мы убили, сразу сказали, будем собирать новую. Раз нам просто не хватило одного протопала, чтобы собрать новый рейд. Ну, я не знал, какой у вас прогресс там. Я не знаю, потому что или специально. Давно у нас, мы всегда убиваем один рейд, сразу другой рейд. У нас нет такого, что... То есть, если время есть еще, то мы идем сразу в следующий. Сегодня время есть, пришел поиграть. Там часов до двух даже могу посидеть, так что... Ну все, сегодня три резки убьем, блядь. Пляйте, я там пока зайду. Не пить. Пулять можно, да? Ну. Че там готовность снимаем? Шалунься, что-нибудь какая. И суренький. Руки нос, скажи. Пойдем по 5 пристану. Пока не будет, на хлю не будет, 5. Чё, давайте начинаем. Какая раз, первая или вторая? Первая. Ну, просто редко, когда в резке долго сидим, обычно там максимум 5 трает. Ты спросил там туда-сюда, что я прихожу, там, ну, если рейдов нет, на альянс рейдит. Ну, вот сейчас там тоже в резке сходил. Так что... Там, где рейды есть. И место в рейде. Там ренивал все. Не могу быть. Горите в огне хозяина! Варенька тут? Угу. Я снова вы первый копию Варенька вторую. Да типа шаманами и пристан был. Институт. Цирк приехал. Сильнее страдание. Начинайте.
задание. Бастик, уйди с под морды. Забрал. Спасибо. Фух. Без вас я бы долго. Били? Да. Здесь произошли страшные события. Кто БР потратил? Я. Святилище считалось непристойным. А приз как умер? Но до сих пор оно не. Когда Ваня умер, там сорвалось последнее какое-то. А, он в духе был. Драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. Дайте бафы по ДК, паладинам и пристам. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в свете. Кисуленька, машуленька. Атакой руководил кровь. Что? Но боюсь, на паладинах каска, кулака нету, по на паладинах. Все есть. Ладно, начинаю. Алекстраза выбрала достойных союзников. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Зайду на пару минут. Слуги, обратите их в пепел! Первая пати тьма, все остальные свет. Тьму Танчит Войд, свет третью фазу Гилд, точняк Мелкий Трэш. Пятая пати, хилый Бастик, Шаленси и серьезно хил хиля тьму, секьюрити ренивал хиля свет. Четвертая пати, кроме демона, остаетесь добивать больших. Оптимус диспелишь третью фазу свет, серьезно хил все остальное. По инерам на второй фазе заливаете Бастику, на третьей фазе секьюрити. Алдеран, заливаешь Бастику в начале второй фазы, громовой утес ближе к концу второй фазы. На третьей фазе по откату инеров заливаете секьюрити. Кисуленька, Машуленька распределили фридомы. Да. Хорошо. Големов добивают, кроме демона. Если можно одну сову кинуть, этот четвертый. Зачем? Мало ли, кто сдохнет. Кто сдохнет, тот недостоин. Поменял пати, смотрите, лезный тотем, громовой утес. Джейн Доу и Оптимус добиваете больше. Тогда заходишь сразу во тьму.
Хакс, Джейндоум, Оптимус, Шоу, НС, Секьюрити, что не хватает. Где, Олег, где ты вообще? МП5, дайте, друиды. Ну, ждем Олега. Ждем Олега. Ну, я пока на минуту отойду. Тут. Бля. Бафы, кресты. Скажешь ему, чтобы банку выпил на броне. Бафф на броне, варенька. Крест магом, Олег. Да, готов. Заходите за линию. Чё там? Начинай. Этот мир вот-вот соскользнёт в бездну. Вам выпала честь узреть на... Варя перед заходом во тьму, крик на ХП. Оптимус метка. Перебежали. Сколько еще таких героев? Шаланс еще КД, да? Угу. Хаба, ты тут поднимать себя? Да, да, тут. Тогда Алдеран поднимешь его. Метка. Вот пахан туда. Перебежали. Он летает метка. Переводите сразу, заходи. Точняк, метка. Рейд ждите, пока танк зайдет. Заходите, рейд. А кто возьми не спадет? Серьезный хил. Заходить, наверное, можно, да? Ну, добейте сначала. Все, заходите, уже тут добьют. Быстрее тут. Поговорите во тьме. Кажется, Фридома не было. Это один, да? Походи. Трепещите, ничтожные, перед посланником Смертокрыла. Святой Рост. Кот от босса дальше отойдет. У нас Freedom ретрик не дает во тьме. Ну, встань дальше от босса. Перебежи.
Я давал мне кисулин. Я на себя тоже давал. Вот. ГЦ. Ну пока метка. Во тьме дали рост. Тимус вынес? А, не пропнул. Перебежали. Свет стоп, свет не бьем, босса. Бить страшно. Лужа вред. Смотри, лужи, лужи, лужи. Отводи подальше. Как-то кучно. Можете меня резнуть? Кто тебя резнет там? Не, наверное, не будем резать. ТД метка. Старайтесь вдвоем хилить. Я сам не знаю. Смещайте поворачивайте на танки. Вот назад никак. Куда ты понес плюнка? Славян, я отлезли, умер. Я не видел. Танкую. С ТРРэпом мертв. Вижу. А у тебя БР откатился уже? Шанс. У меня, да. Тут мало упало. Минус 2 во тьме. Не падаем. 12 лямов мы не добьем. Ну да, не добьют. Чё за хуйня, блять? Хули вы падаете? Вперед, кто метку вынес? Вперед, кто метку вынес? Он не дал вынести паладину сейчас метку. Из-за этого паладин стоял и смотрел просто в две лужи. Вот кто метку до этого вынес? А в чем проблема по джун бабу прожать? Ну, дружище. Бабл сразу метку диспут. Кто-то забегает, прожимается, понимаешь? Бывает прожимки. Прожимаешь бабл. Перепрыгаешь бабл на метку, никогда. Прожимаешь бабл. Все, тихо. Еще бабл снимает метку, если что. Вот. Ты слышал, о чем я говорил? Ты забегаешь в прыжке на метку, прожимаешь бабл. Да, крылья он прожимал, сказал. Ты слышишь? Он может прожимать крылья, если что, и КД бывает. Я не слышал про крылья. Да че вы базарите? Да че вы рот уже? Лучше, блядь, выносите нормально метки. Шаленси помер и спрашивает, от чего я помер. Да я откуда знаю? От лезвий. От лезвий он помер. Чтобы от лезвий не помирать, надо во время лезвий бежать между двумя шариками, а не в шарик, блядь. Я и бежал между шарами, с меня диспейли, я возвращаюсь, но лезвий не было уже на экране. Значит, хилы хуёвые, блядь, у вас. Давайте мозгов. Ну, с полена вряд ли диспейлить будут. Ну, я сам себя диспейлил нормально, в углу. Сам себя хилить должен, диспейлить с этого репа должен. Не может быть такого, что ты сам себя диспелил. Вот я смотрю сейчас рассеивание, только я диспелил. Никто сам себя во тьме еще ни разу не диспелил. Вообще у нас, кто может себя сам диспелить, диспелят сами. Можешь не диспелить. Вот. Получат ГП, если сами себя не диспелят. Кашкам все готовы будут банку. Пристабаф точняк. Пристабафа нет. Давайте заходите за линию, пристабаф дозу, сейчас и начнем. Выпью банку. Начинай будет. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Сейчас выровняем. Это, короче, баг какой-то новый появился. Эры разрушения.
Там видишь, он бежит какой-то цели своей, которую он выбрал, и потом только возвращается. Еще постоит там какое-то время. Перебежали. Сейчас он будет немножко далеко зайдет. Да пойдет, в принципе. Да что ты опять? А то хаба дух. Не получится. Тебя поднимать? Хакс, ты тут? Поднимать тебя? Шаленси, поднимешь его. Меня лагает, если что, очень сильно. Перебежали. Боссы сильнее, мало боссов. Серьезно? Давайте в босса 79%. Давайте босса все бейте. Очень сильно. Нет, ну по идее успеваем, но все равно лучше. Лизни. Заходи сразу, Рибич, жди, пока там зайдет. Заходите. Сам встанешь? Кто там опять сдох? Бастик. Заходить можно? Да, заходите. Залейте бастику. И экономь пока ману, не трать сильно. Да. Кто? Точняк, зайди, дай ему крест во тьме. Только сейчас лезвие не сейчас, через... не сейчас. Все, заходи, дай ему крест. Пошли. Лезвие. Блять, сорян, я что-то... Короче, громовой поднимешь и вот выйдешь. Я что-то с таймерами забылся. Да ничего, бывает. Молимся. На скилл войн. Два процента. Волдра на сколько когда? Выходим. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Сколько удара на КДБР? Остерегайтесь. А, понял. Дайте пристабав лапу по точнику. Лапу обязательно, джеспанк. И с тобой все дали. Перебежали. Во тьме рост. Перебежали близко, очень слишком. На свет стоп. Ну давайте попробуем Алдеран, подними громового. Остерегайтесь теней.
перебежали. Перебежали. 30. Бейте босса, бейте босса, нормально все. Только хильте главное меня. И в лужи не попадайтесь. Как так-то? Не, я думал, можно. Че? Нормально у вас? Не, не нормально. Не, мы не добьем. Падаем, падаем. Так, кто там умирал? Все, давай с первого трая накину ТП. ТД громовой лизни тотем. Кисуленька, да? Хакс. Ну, я думаю, ханту можно за прошлый трай. Мы пожалели его туда. Первый трай Хаба, Шаленси. И кто еще во тьме на первом трае умирал? Там серьезный хил, два ретрика, кажется. Ну то уже от недохила. Там. Хорошо. Сейчас. Блять, ребята, не тупите, у вас топ танки, блядь, начал. Топ хилы хилят. Кажется, вас... Все вот БРКД сейчас, да? Там 4 минуты показывают. Шарм. Остальные не знаю. Они вот эти вот ТД всякие, они как мрут? В лужи или как? Лизнь дотем еще. Диран, ты слышишь? Из-за тебя два человека умерли. Мне тоже получили липа. Смотри на таймер ДБМ, за 2 секунды до метеора отходишь от босса. Нет, ты стоял прямо во фрейме босса. Твои проблемы, а не наши. Ты очень близко стоял. Ты мог на несколько метров отойти назад и также спокойно бить босса, а не стоять прям под его фреймом. Ульдран, очень важно контролировать туда, то место, куда упадет метеор. А рыба была? Дайте похавать. Вы, когда я бегу к боссу, не дрочитесь, не двигайтесь. Стена, которая из огня, она становится непроницаемой только через 10 секунд после пула. Ваня, Варенька. Да, готов. Заходите все за линию. Чё там? Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Я выровню, стой. Чего он на меня все время бежит? Блять, застань. Точняк нет. Перебежали. Да, опять заебали. Очень близко стоите.
Оптимус метка. Машуленька. Перебежали. Машуленька, где щиток на себе, флешка? Не водите босса, будет заходи. Рейд заходить. Ты лучше ставь метку на одного моба, чтоб я потом регенил ману. Где Фридены? Ничего, вы сейчас даете рано, поздно вернее. Кинулась метка, 3 секунды даете Фридены. Набили. Назад, назад, Машуленька. Закрыть. Что по БР Молдера на игре Молдера, сколько, да? Одна минута. Это громовой, да? Да. Следующую метку рядом ставьте. Никакой морды не натащить. Выходим. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Давай рост. Танк от меня. Падаем, падаем. Быстро резаемся. Все проблемы. Проблема в том, что танк умер в Фридомах. Ну, на этого Нершама кинулся. На Нершама кинулся метка. Его еще, блядь, не убило под этим. Да. Пока он метку нес. Прохиливали все Нершама вместо танка. А почему его прохиливали? Ну, мозгов мало, наверное, блять. Ну, во что конкретно? Вот почему Холи Прис не мог самого захилить? Ну, всегда просто, если рядец на шамана, Эрдгрупп сидит на боссе, он никого больше не хилит, он только танка хилит. Ну, это ж логично. Прис в это время хилит, потом вынес метку, потом уже рейд захилите, поднимите. Я вижу, как выкидали метки, в частности на Ханта. Он уже идет обратно к рейду уже с дебафом, вы только потом кидаете Фридом. Давайте я буду кидать скрины, потом по скринам вам ГП давать. Вы даете поздно слишком... Вы за рейдом следите, паладин, вам одну кнопку нажать. Я не слежу, кто из вас как дает, но я вижу, что половина людей, кто бежит обратно с метками, с дебафами бегут. А фридомы кидаются на них уже потом, когда они уже в рейде стоят. У меня найдется все, что тебе надо.
что выбирать таргет, скачайте грид. Там метка это показывается прекрасно. А зачем грид? Тут обычный эксперт вполне себе хватает. Да эксперт пидорский какой-то, мне бесит. Воду ток, все заменяет. Сейчас, 5 секунд, пойдем. Ну, эксперт выделяет вообще-то человека. Да, они все выделяют. Все ретрейны. Машуленька. Все, все готовы, заходите за линию. Начинай будет. Пидорас. Там прикол. Да. Да это какой-то баг, блин, появился. То же самое в ЦЛК было. Я уже даже причину знал, почему он на меня верится постоянно. Поворачивай на лист, смещайтесь. Молодец, блядь. Поднимаю, у меня волк шанс. Вывернулся, блядь. Дадите ГП, чё похуй. Ты орёшь, придурок, блядь. Поднимай. Жопу тряси. Да, поднимай. Даун. Сам даун. Прибежали. Бафы помогу. Дай сфит. Криста баф. Заходим восьму так, как начинали. Он летаем. Сместись, покажи всем, как звезда заходила. Громовая метка. Переводите босса, сейчас метеор будет. Ну, падаем. Как-то так, блин. Что происходит? Жесть. Что записывает? Машуленька, 4К ДПС. Ну это не для нее рейд как бы. Громовой 6 АДК, АДК 8К ДПС. Меня правильно вчера аккаунт показывает? Да, все правильно. Да, правильно. Да. Там вагон. Там он 6,2 почти. Топор убить тоже бомж какой-то, блядь. Давай топор убить, блядь. Хуй знает. Чё это вообще такое? Топор убить 8К ДПС. Он же нормально дамажил. Ну. Блять, АДК 8К. Я сейчас вспоминаю Виталика, который в 5,2 давал 14К здесь. 109, да. Сука, автоатака на первом месте. Ну ладно, первая фаза, мы уже трэш быстро умирал. Боже, нету, ничего не обновляется. Ну, ничего не обновляет. Два ментера, 20 мобов было. Вот айсфриз, ты, наверное, не совсем понимаешь твою цель вообще. Обязанность в этом рейде. Можно с собой играть и зато поддавать. АДК в РС заливает трэш. Но не просто заливает, он обязан кинуть на весь трэш болячки и разлить лужу. Болячки нужны, чтобы у трэша замедлялась скорость атаки и увеличивался получаемый магический урон у трэша. С босса болячки не кидаются на трэш. Тебе нужно, чтобы когда трэш прибежал в рейд, у тебя все руны должны быть свободны. Ты разливаешь лужу, на одного из мобов, который первый прибежит, вешаешь болячки и с него раскидываешь на всех остальных. АДК в РС, даже вот 6,2, должен быть в топ-3 ДПС после кота и Робби, ладно. Ну, блядь, никак не, ну, не в конце аккаунта. Фонтан, просто, блядь, жесть. Джерри говорит, хата вообще нет, вон они, блядь, хаты. 8К, 9К.
Да, да. Машуленька, 4К ДПС, точняк, там 5К ДПС. Не знаю. Че, будем дрочиться дальше или заменим на Джерю на кого-то? Пускай фугриком там зайдет. Я уже забыл, что такое, что в РС не хватает ДПС. Смотрите, ребята, зачем вы плюсуете в РС такими персонажами, а когда идет четвертый трай уже из-за вашего ДПС косвенно, мы не переводим. Вы говорите, ну хорошо, меняйте меня. Да ладно, это вы... нормально, АДК 6.2. Ладно, давай тронем еще раз. Ретрик 5.8. Ретрик 5.8 ну, никак не может давать 4К ДПС. Ну, потому что у него там 3, нету 4Т10, нету чарок, нету сокетов. Зачем плюсовать такими персонажами вообще? Да, ребят, вам там помощь нужна? Ну, сейчас, скорее всего, нужна будет. Вам говорят, как дамажить, ты вот этот айсфрис. Тебе рассказали, как дамажить, ты говоришь, а, меняйте меня. Что это за отношения? Гаргл призывается на другой стороне, потому что она от метеора умирает. Ты либо с пула вызываешь ее на другой стороне и перебегаешь, либо вызываешь ее, когда уже рейд перебегает на другую сторону. Иначе, ну, очень мало пользы от нее. Все готовы. Шаленси нет. Дайте приставов, пока стоим. Давайте не подвигаться, не будет только воид, пойдет и сагрит, а мы постоим. Давайте не двигаемся все, пусть воид сагрит, посмотрим. Все готовы, да? Да, все готовы. Олег дал тебе это. Бедрит. Да нет. Ну, тащи его. Кто меня замедлял? Ну, спину может ударил. Громовый миг. Перебежали. Ну, слава, других вариантов нет. Табак. Босс смотрит на войда и идет в рейд. Надо с другой стороны начинать. Нет. Че, до сих пор не узнали баг? Ну, поделись. Когда он бежит, я прожимаю кровавую ярость, это типа как таунт действует, и он бежит на меня, если что. Диспельте. Диспел. Зачем ты прожимаешь ее? Я бежал. Чтобы рага была вообще-то, она мне рагу дает. Босс на нас бежал? Понятно. Я сначала этого не замечал. Ну то есть ты это знал и все равно прожимал кровавую ярость, да, чтобы он на тебя бежал? Я сейчас хотел убедиться чисто издалека. Ну я же стоял, ничего не делал, я думал, может оттуда не достанет. А все-таки он достал. Это не таунт, блин. Я вообще не понимаю, что здесь за херня. Я вообще-то до пула прожим. Заходи, воет. Рейд зашли. Бейте кружок. Оптимус, бей через рыб уже. Там полезно. Заходите 5 секунд. Заходите. Ну, 10 точно. 5 до носа. Диспал, диспал. Пожалуйста, диспальте меня. Ты до конца не добегаешь.
Это да, уже не у стены. Ну, не прямо у стены. Можно было еще принести. Может, 2 метра не добежал. Так набегай. Два. Назад. Выходим. Рост через 5 секунд. Да, давай. Перебежали. Ну, Вар, топор убить, топор убить. Во тьме рост, дайте. Один. Да, во тьме рост. Что-то мелкий под боссом остановился, стоял. Назад, назад, Маш. Источника. Добейте все мелкие трэш. Все мелкие трэш добивайте. Перебежали. Где Фриден? Очень долго Фриден дает. Это тотем под боссом или что? Почему мелкие замедленные такие были? ТД, наверное, чудит. Хаба. Не делайте так, потому что они стаков больше получают. Ставьте уже перед боссом, перед трейд, точнее, конкретно. Перед всего у ДК лузов. А, да, точно. Да. Назад, назад уйди. Хаба метка. Босса не бейте, добейте все мелкие трэш. Все, бейте, перебежали. Кисуленька, давай, лужа в рейд, лужа в рейд. Кисуленька, только хила даешь в рейд. Испыльте его. У нас минус 2. Босса не бейте, свет, только трэш. 0 урона по боссу. Фридом, 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 долго жду. Фридом там упали все ретрики. Да не будет там Фридом, упал ретрик, только хилам будет Фридом. Перебежали. Не дают ПКД ответить. Свет, стоп, свет не бьем босса, не бейте вообще, вообще абсолютно. Сейчас, скорее всего, все равно передамажит доты. Назад. Сзади. Назад, назад. Сука. Как они все. Не, Алдеран, подними топора. Не успеем до бирсы. А, не, мы в любом. Не, давайте падаем. Че, у вас опять там много минус, да? Не, у нас все живые. Это надо менять. У нас все живые, мы до бирсы не можем убить. Я готов, пацаны. Так, нам нужен ретрик. Ну этот фротрай айс фриз лучше дамажит. Там или ретрик, или протопал. Или мадикан, блин. Лимошка тут. Твой триумф, блядь. Какой лимошка мне заблетовнится давно?
Начисли партизанам ГП. Партизаны какие-то во тьме, я вообще не понимаю. Чего вы метки вперед всегда несете? У вас что? Это если я сейчас прожму кровавую ярость. Кто еще умер во тьме? Там все умирали. Ну, кто от лезвия там, кто тупил. А что такое? Ты меточки умираешь там. Чё ты умираешь? Ну, я мне из диспейла и фридом себе кинул, мне не захилили. Нет, нет, было не так. Там паладин у вас слотом надо? Я в лезвие не попала. Чего? Вот куда ты попала? Не попала я в лезвие. Я мне только... Они слетали смерти. А, Машу, да, Машу не захилили. Топор упал из-за лезвия, киса упала из-за лезвия. Можно с тремя хилами не захилить, нет? Она... Хилью там, она от лезвия умерла. Посмотри, детали смерти. Детали смерти, она... Нанеси, пожалуйста. Она... Еще там умерла. Там 3%, 2%, еще там хил проходил, блин, просто умерла потом сразу и все. Блин, конечно. Вы сейчас что-то менять будете? Нет? Людей нет? Да будем, нам по-любому нужно менять, мы до персы не можем убить. Ну тогда отойду. Чай попить. Лимошка, ты в РК? Да, 2 минуты, ребят, иду. Не можешь с ППГ ливнуть? Хрен, ну... Вайс, не Вайс. Не хочешь людей кидать, тут один босс остался. Привет, бродяй. Привет, Виталий, заходите на ретрик. Здорово. На офе? Нет, у нас, к сожалению. А кто там еще падал от меня? Кисунника, Аудасиус, от чего умерли? Мы вообще-то уже все сказали, падайте, мы упали. Ну, нет, вы упали до этого. Я слежу за фреймом. Не-не-не, было минус 2 у нас, Шуленька и топор. Я сказал падать. Ладно. У нас, да, у нас было минус 2 только, ну и то они только вот умерли, считай. У нас было 10 лямов и 40 секунд у берсы. Я сказал уже падать, смысла не было бить. А вы где? В РС. Ты зайдешь? Да, нет? Да, нет. А я там знаю кого-то в рейде? Нет. Аудасиус, блядь, не умеет дамажить варом. Топор убить. Я сейчас мало дал, потому что я объяснял причину. До этого ты глянь, какой у меня был ДПС. Да тут не все посредственно играют, даже несмотря на ДС. Мне интересно, почему я Машуреньку не вижу. Потому что они не захотели. Потому что они ниже танка подымали. Ну вот, смотрим урон Аудасиуса. Первый трай, ой, последний, 17 место. Предпоследний. Ты чё смотришь? Ты чё там смотришь, алё? Предпоследний. Он во тьме второй. ХПР. Но. Да, во тьме второй, где ретрик без сокета, второй ретрик тоже так себе. Такого убить. Ну вот, 4 место, давай дальше. Третий трай. 15 место. Ты, может, потому что в свету стоишь, а я во тьме дамажу. Я знаю, что ты во тьме дамажишь. Я же тоже учитываю. Я сравниваю твой дамаг с другим варом. И с ретриком. Кисуленька лям 300, ты лям 200. Ты чё, Олег? Первая фаза. Я по первой фазе смотрю. Кисуленькая, какой у тебя фридом, правосудие и аура? Напиши, пожалуйста, в чат. Наконец-то детали смерти Машуленьки у кого-то есть? Я никого. Сейчас посмотрим. Я вижу. Печать какая у тебя?
Кисуленька. Аура. Аура, ну аура какая-то. Чё мне, блядь? Чё, Мэнси, зачем ты... Ты кидаешь это восстановление на цель с меткой? Восстановление не надо кидать. Чего? Омоложение, жизнь, свет. Восстановление очень мало хилит и за очень долгий период. То есть, ну, нету смысла. Оно по 2000 или 3 раз в 3 секунды. Лучше жизнь, свет кинуть. Ну, так омоложение, быстрое восстановление. Быстрое лучше в танка отдать. Я быстро с танка так попросил. Срочно. Так бы доты кидаю только. На метку всегда омоложение жизни свет. Этого достаточно. Жизнь свет хилит раз в секунду. А, Виталик, ты, может, тоже бафнешь всех вместо машеленьки? Каски, например, нет? Ну, я вот пытаюсь вычислить, что мне бафать. Точняк ловит. Бафаю уже каски, я вижу. Олег, кресты раздай.